В чем ценность практической стажировки? Практика всегда ценна, тем более практика в мозаике. Это очень много анализа. Анализа над собой, анализа с кейсом, анализа с внешними аналитиками. Знания – это хорошо, а навыки – это лучше. И практическая стажировка, она дает именно навыки, потому что теория всегда отличается от практики. И на практике все знания структурируются, они интегрируются в жизнь, и ты вот прям ведешь занятия, ты... Оперативная память растет. Очень здорово, когда каждый стажер может сесть и попробовать себя в деле, потому что даже опытный специалист ошибается, и, как мы все знаем, всем нужно учиться, учиться, еще раз учиться, потому что нет границ в нашей сфере. Вот. Очень понравилась работа аналитиков, как они нам давали обратную связь. Всем советую приезжать в Мозаику, брать стажировку. И учиться. Не две недели, двух недель, даже мало, можно месяц. Почему повезло с группой? У нас были специалисты, которые уже работали с детьми, а которые еще нет. И мы делились опытом. Люди, которые уже работали, много что видят, а те, которые нет, свежий тоже взгляд. Видят, свежий взгляд, да. И они сообщают это людям, которые уже с опытом, и это здорово. И ты думаешь, как же я раньше не заметила этого всего? Вот. Ну что, даешь практиков подготовленных много и разных, да? Да!